В Атырау прошла ярмарка вакансий для выпускников Высшего технического колледжа. Учебное заведение готовит самых востребованных в регионе специалистов нефтегазовой отрасли. Всего в ярмарке приняли участие 10 компаний-работодателей. Каждая из них провела презентацию собственных проектов и имеющихся вакансий. В качестве соискателей выступили порядка 900 студентов. Колледж активно сотрудничает с компаниями региона, и его выпускники традиционно пользуются у них высоким спросом. В настоящее время мы обучаемся для получения сертификата международного образца по канадской программе «Специальность оператор». Подобные ярмарки очень важны для нас. Мы можем присмотреть себе подходящие позиции, работодатели же имеют возможность выбора из широкого круга специалистов. Целью нашего визита на эту ярмарку в колледж ОПЕК является поиск кандидатов, да, молодых талантов среди выпускников колледжа, которые в этом году в декабре выпускаются, для того, чтобы найти специалистов в сфере автоматизации системы управления. Это в частности инженеров по автоматизации, по сервисным инженерам, инженерам по прикладным приложениям и также по киповцев инженеров.